Всем привет, дорогие мои, с вами Конова Аня, и это очередной заказ продукции. Итак, у меня тут три коробки, очень много. Чек я показывала в предыдущем обзоре. Итак, первое — это чистящий крем универсальный. Очень нравится им все чистить. Он идет с микрогранулами чистоты, кремовая текстура. Частицы эти минеральные, которые эффективно очищают поверхность на кухне и ванной комнате. Такой вот красавчик. У него еще очень-очень приятный запах, очень-очень приятный аромат получается. Мне очень нравится. Дальше ультракондиционер для белья, нисколько без него не могу, 118-53. Самый мой любимый аромат — восточный пион, который пионом абсолютно не пахнет. Гель-концентрат для стирки детского белья 0+, артикон 305-15. Бывает у нас такое, что дочка писает в кроватку, и, конечно, мы стираем постельное белье ее только 0+, только специальным детским порошком, потому что, в принципе, белье у нее чистое, замораться не успевает, только вот лужечка посерединке, и я считаю, что никакие другие порошки нам не нужны. Влажные салфетки для кожаных изделий 305-51. Кожаные куртки, сумочки кожаные или кожзам, да, кроссовочки, ботиночки, все ими протираем, лежат у нас в прихожей. Так, дальше. Крем-паста для чистки металлических поверхностей с ароматом свежего грейпфрута. Но я могу сказать, что аромата там особо никакого нет. Артикул 30058. Далее, очень нравится, прям рекомендую, спрей для очищения ванн и душевых кабин. Я вам уже рассказывала, что у меня одна из душевая кабина в одной ванной, а в другой ванной у меня ванная. Так вот, этот спрей для именно для душевой кабины просто отлично работает. Артикул 30091. Классный, тем более, что спрей набрызгали, подождали, потом пришли, смыли. Очень редко что-то скрести нужно бывает. Детская зубная паста с ароматом груши 6+, артикул 2359. Викуська любит, заказываю, балую. Вот так, это тот же самый ультракондиционер, это еще один спрей для очищения акрила ванны душевых кабин. Всегда беру по 2-3 штучки, потому что все время забываю брать. Дальше вот такое классное антицеллюлитное масло, оно мне понравилось. Мне вообще очень редко нравится продукция от BSI, а тут прям зашло. 202-508, отлично с ним делать массаж. Ко мне ходит массажист, и вот как раз делает мне массаж. Так, дальше. Акваспрей, освежитель воздуха, обязательно чайное дерево и эвкалипт. Артикул 303-24. У меня спреи дома все закончились, поэтому что в прошлом обзоре, что в этом, вы видите акваспреи. Я решила побольше заказать, опять расставить по всем комнатам. И, в принципе, но очень долго забываю, потому что у меня еще аромадиффузоры стоят. Дальше, артикул 302-21. Это средство для очищения ванной комнаты. Эффект белизны тоже очень нравится, с ароматом морской свежести. Гель очищающий для туалета 302-92. В прошлом обзоре у меня тоже был гель. Я заказала просто всех штук по 2 штучки. Я не знаю, какой лучше, какой хуже. Мне, в принципе, нравятся все. Я как-то уже до такой степени к ним привыкла, что мне, в принципе, без разницы каким. Вот, поэтому вот эта чистота под контролем. Инновационная технология изменения цвета у него идет. Ну, я как бы человек взрослый, мне наплевать, что эта технология вообще есть. Как бы не знаю, мне особо как-то дело до технологии нету. Так, что я еще нужного заказала в дом? Это средство для чистки духовок и плит «Сила цитрусов». Всегда его беру. И тут вот, как вы видите, взяла опять 2 штучки. Очень нравится. Только вот работать надо в перчатках обязательно. Палочки взяла и взяла вот такие вот классные штуки. В прошлом обзоре я вам говорила, что их нет в наличии, потом сколько-то появилось. Это очень шикарные аромадиффузоры, безумно мне нравятся. Сакура Матча Теа идет как антистресс с артикулом 10057. И я его взяла, сколько дали взять, да, то есть вот, пожалуйста, 2
получается 4, 6, 7 штук. 7 штук, но у меня как раз 7 комнат, поэтому антистресс можно поставить везде. Но я считаю, что там где-то в коридоре, еще где-то можно и мандарин фреш, но что-то вот их особо нет в наличии. Я посмотрела, немножко расстроилась, но что делать? К сожалению, так пока. Дальше. Тут у меня новинки корзиночки, как вы видите. Как-то не знаю что-то даже. Ну, посмотрим вместе. Так, в этой коробке, которая стоит поближе с артикулом 910-269, это многофункциональные салфетки для уборки, 50 штук. Беру их сразу по многу, как вы видите. Для чего? Ну, чтобы по одной штучке каждый каталог не заказывать тоже. Мне это не нравится. Дальше. Кондиционеры для стирки обязательно. Так, давайте-ка с вами вот это уберем, а вот эту красоту поставим. Так, думаю, будет удобнее нам с вами. Так, значит, это у меня ультракондиционер для белья 118-53. Еще вот этот мне нравится, 118-55, розовый бархат. Далее еще средства для стирки 0+ идут, которые я вам уже показывала. Я их беру сразу по 5 штук, чтобы потом и по 6 могу взять, чтобы потом не вспоминать. А наткнулась на сайте еще на один акваспрей-освежитель воздуха, который мне безумно понравился. Давным-давно как-то. Называется «Утренняя свежесть», «Защита от запаха животных», «Освежает», «Придает легкий нежный аромат». Ну вот поставлю на балкон. У нас как раз у кошечки туалет на балконе 303-25. Вот такая вот красота. Ну и далее идут новинки. Их тут просто кучка мала. Значит, с артикулом 910-469 вот такая вот корзинка для хранения средняя. Размер 20×16. Впервые в руках держу. И, честно, не совсем поняла. Дайте мне совет, что в ней хранить. Меня все спрашивают, что это за шапочка. Ну, я так понимаю, она вот так вот ставится и стоит. То есть на ровной поверхности она стоит очень даже хорошо, неплохо. Но я понять не могу, что в них такого прям клевого. Ну, это, наверное, интерьер для дома. Что-то сюда накладываете. И, в принципе, получается очень даже красиво. Не знаю даже. Вот, берется таким образом, что-то кладется. Следующая, тоже самая-самая большая корзиночка. Ну, конечно, они очень милые, безумно милые. Артикул 910-470. Тоже такая вот светленькая, симпатичная, тоже с логотипом Faberlic. Тут логотип серый. Вот, тоже так вот она сплетена. Угу. То есть ставите, и она у вас на ровном месте будет стоять идеально, и что-то в них можно хранить. Конечно, это можно и на подарок, очень интересно. Ну, вообще, такие новинки довольно-таки странные. Я долго думала, что же в них такое положить, пока вот не придумала, если честно. Но на обзор взяла, мне хочется новинками пользоваться. Так, это корзина для хранения малая. У них у всех состав 30 хлопок, 70 полиэстер. И у этой корзины размер 10×14. В каталоге они, конечно, были представлены, что они стоят там друг с другом, наполнены какими-либо вещами. Вязка, видите, крупная, пальчики вылазят. Но стоит она довольно-таки хорошо. Да, даже не на очень ровной поверхности. Нормально так стоит. Вот, что сюда класть? Вот даже не знаю, что-то такое надо сюда положить, чтобы оно, может быть, горшки с цветами сюда засовывать для интерьера, тогда будет красиво. Не знаю, пока еще не придумала, но очень-очень симпатично. А, это еще была не самая большая. Вот самая большая это 910-467, аж 26×20 см. Ну что ж, давайте смотреть. Так, ну конечно, да. Она прям большая. Интересно, будет ли она стоять? Ну да, ребят, смотрите, стоит все великолепно. Вот, что-то сюда мы можем складывать. Угу. Как бы хорошо, но она прям большущая. Ну, то есть можно брать ее, так просто носить. Ну, даже не знаю. Взяли, поставили, как сумочка, да, уже получается. И оно реально стоит, оно реально держит форму, что здорово. Да, я ее, считайте, потеребила, всяко разного форму держит. Ну вот, такая же маленькая, 10×14, 910-472. Тоже такая вот хорошенькая малюсика. То есть так вот
снизу, и оно стоит. Очень симпатично, я бы вам сказала. Ну, посмотрим, что к чему и как. Так, далее. Мне кажется, наполнять будет классно что-то вот для фотосессий. Мне на ум пришло что-то для фотосессий. Или положить сюда подарок и подарить. Да, таким вот образом, например, хоп, типа сумочки, да, дарим. И получается суперски. Так, это у нас... Так, ну-ка, будешь ли ты стоять? Да, стоит, все хорошо, великолепно, да. То есть такая хорошенькая. Это у нас 910-468, красотка. Даже не знаю. Так, следующее, это футляр, который стоит. Артикул у него 910-475, размер 18 на 7 на 5 и 7, материал пластик и нейлон, в такой индивидуальной упаковке. Ну что ж, открываем. Такой нежный пластик. Так, тут можно сделать, чтобы брать откуда-то. Ну, в принципе, с собой в дорогу великолепно. Это во-первых. Во-вторых, они стоят, и очень будет удобно сюда складывать и кисти, и все. Но они очень легкие. Вот не знаю насчет устойчивости, как оно будет. Но вещь нужная в дом, прям нужная вещь. Хорошенькая такая, прикольная. Так, а вот он и наш имбирный напиток. Я же говорила, что я 5 штук домой взяла и потеряла. Вот он, наш имбирный напиточек. Как раз тут 14 порций, артикул 157.19. Я подумаю, где же он может быть? Дальше, смотрите, по пульке я скоро еду, БАДов надо много. Это у нас контроль сахара БАД, артикул 156.83. Его можно вообще всем, особенно диабетикам, пропивать месяца два, как сказал мой доктор. Кому нужно, я вам дам на нее ссылку, на ее группу ВКонтакте. Кому нужно, можно пить 2 месяца и потом пожизненно по одной в день. И лучше пить во второй половине дня, как она мне сказала. То есть такая вот классная вещица. Я заказала много. Почему? Потому что сколько-то папе, сколько-то мне. Как же ж по-другому, да? Но тут еще гудфлора у меня есть. Вот сахар, вот сахар. Дальше кардиосуппорт. Лена прописала тоже, врач мой, моему мужу. Потому что он сейчас вообще что-то с ума сошел. Худеет, стройнеет, хорошеет. Молодеет. 156-84. И плавает, и в спортзал ходит. И занялся интервальным голоданием. Сбросил очень много. И Лена сказала, лучше ему кардиосуппорт начинать пить, принимать, потому что это очень важно для него. Так, дальше. Good Flora. Честно сказать, взяла 4, по-моему, или 5 штук. Да, тоже взяла 5 штук. На всякий случай. На складе все заканчивается. Good Flora очень хорошая штука, которую нужно пить, принимать и периодически к ней возвращаться. Но я уже о ней вам рассказывала, что БАДы в компании Faberlic чистейшие, наидеальнейшие, очень классные. Так, это у нас хлорелла спирулина. Кстати, взяла ее с 70% скидкой. Артикул 157.57. Это у меня пьет дочка младшая. Обязательно пьет. Поэтому я постоянно что-то там со скидкой постоянно беру, набираю. Коралловый кальций для кондиционирования питьевой воды. 100 лет не брала. Начал вот заканчиваться. Я сразу взяла побольше. У меня вообще в этом каталоге около 1000 баллов заказ. И практически все мне в дом. Артикул 157.30. Постоянно, без перерыва, мы кладем этот коралловый кальций уже много лет в воду. И любимый чайный напиток мужа, артикул 157.15, пьет его каждое утро, ему очень нравится, на мой взгляд, он очень сладкий. Я его так вот не люблю, как вот муж его прям любит, пьет. Вообще, это фитоконцентрат идет для похудения. Вот я и думаю, может мне с утра тоже его попить, раз уж он такой классный, да? Но пока не решаюсь. Артикул 157.15 уж очень сладкий, а я от сахара вообще, если честно, ребят, отвыкла. Вот такая вот куча мала, все вам показала. С вами была Кононова Аня, проект Faberlic Online. До встречи с вами в новых видео.